The meme. Approved. Meme. Look at you. You who were once so proud. Go now and never return. Meme. I don't know. Meme. No. It's now illegal to use your meme. No. No time to read a list. Approved. Next. Meme. No meme. No meme. No meme. No meme. No meme. Approved. Meme. Approved. Knuckles, you've gone mad with power. Oh, really? Well, would someone mad with power approve a law giving himself ultimate authority over memes? That's the dictionary definition of mad with power. No. No memes. Excellent meme. Approved. Весь мир у нас в руках. Мы звезды континентов. Разбили путь враг проклятых конкурентов. Мы к вам заехали на час. Привет! Бонжур! Hello! А ну скорее любите нас! Вам крупно повезло! Тетя Зина не знает слова «не». Тетя Зина сама себе авторитет. Тетя Зина пальцами гнет арматуру. Тетю Зину уважает вся десантура. За плечами тети Зины ни одна война. Она служила еще во времена царя. Тетю Зину в санчасти ломали иголки. Тетя Зина зубами ловила дробь из двустволки. Тетя Зина в желудке переварила нож. Тетя Зина храпит, по стенкам дрожь. Боевая машина, проще говоря. На посту тетя Зина. И спокойно страна. Нельзя нам ни верить, ни слушать. Как осознать, кто рядом может это психопат? Как вычислить убийцу из толпы простых ребят? И как долго знакомы мы уже с тобой? Спроси себя, кто я такой? Каждый, кто делал тебе больно, покойник, укрою тебя пледом, посажу на подоконник. Продолжаю рисовать персонажей из драконьей саги. Сейчас покажу, как нарисовать Ариэлу и немного расскажу про нее. Королева Ариэла – это молодая радужная дракониха, одна из драконят судьбы. В настоящее время королева радужных и ночных драконов. Цвет ее чешуи отображает эмоции. Ариэле не нравится, когда другие драконы понимают, что она чувствует. Поэтому она часто пытается скрыть свои внутренние эмоции, сохраняя свои чешуйки в нейтральном.
нейтральном цвете, который обычно обозначает спокойствие. А еще у этой драконихи, в отличие от других радужных, более бледная чешуя, потому что она жила в пещере под горой 6 лет и не была на солнце. По характеру Ариэла свирепа, независима, остроумна и обладает живым умом. Помимо этого, она самая язвительная из всех драконят судьбы. Это может быть связано с недостатком солнца. Телепатам трудно читать ее мысли, потому что разум Ариэлы огражден словно колючим щитом. Готова? Продолжаю рисовать драконов из драконьей саги. Сейчас покажу, как нарисовать мракокрада и немного расскажу про него. Мракокрад – это гибрид ночного и ледяного драконов. Легендарный дракоман, заточенный под землей 2000 лет назад. Это самый огромный дракон, размах его крыльев той же длины, что и гора, под которой он спал. Внешне мракокрад красив и очарователен. У него черно-серебристая чешуя и длинные загнутые рога. Под крыльями проходит полоска белых чешуек, как единственное напоминание о его ледяном происхождении. У уголков глаз есть серебристые чешуйки-слезинки, обозначающие, что он телепат. Мракокрад сначала следовал только благим побуждениям. Он помогал друзьям и защищал их, хотел сделать Перию лучше и стать любимым королем ночных драконов. Но имея огромные сверхспособности, почувствовал себя выше морали и начал творить злые заклинания. Готово? 100% это драконья сага. Написано уже 3 цикла, плюс дополнительные материалы, плюс комикс. Поверьте, если вы любите драконов, вам стоит это прочитать. Живает только сильнейший. Только сильнейший. Таков закон природы. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I'm just a snowdrop that will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever and we'll have some fun. Национальность. Буряты мы. Я русская. Я бурятка, деда бурята, ты тоже бурятка. Нет, я русская. Ты как, баба Зоя, хочешь быть русской? Угу. Замуж тоже за русского выйдешь, да? Нет. А за кого? За бурята? Нет. Мы все буряты. Нет. А ты кто? Русская. Ну ты чудо. Лера тоже бурятка. Дедушка бурят. Вова бурят. Бабуня бурят. Ты бурятка, но? Нет. Орда будет уже не зюмный, я русская. Soldier boy, tell me. Hey, I got the new dance for y'all called the Soldier Boy. You just gotta punch, then crank back 3 times from left to right. А что ты подаришь? У меня для тебя есть отличный подарок. Вау! Дохлый Степа. Я знал, что тебе понравится. Содрогнуться. Немного меда и любви.
вылетаю из такси. Боже, как же я красив. Грохочет гром, сверкает молния в ночи, а на холме стоит безумец и кричит: сейчас поймаю тебя в сумку, и сверкать ты будешь в ней. Мне так хочется, чтоб стала ты моей. А, дай таблетку, зуб болит. В сумке возьми. Ага. Ну, вроде полегчало. Что у тебя в институте? Вроде полегчало. Что у тебя в институте? Вроде полегчало. Ты что выпил, придурок? Это же бабушкин кайф, а накривим! Мама! Я спелая вишня! Если меня Ростислав, то как косточку выплюнет. Ой!